6 июня, ровно 222 года назад, на свет появился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Здесь, в парке Захарова, где прошло детство поэта, этот день всегда отмечается по-особенному. Сама природа, деревья и воздух здешних мест достойны поэтических строк. По тропинкам гуляют красивые дамы с зонтиками, на поляне звучат русские народные напевы. Именно такими увидел эти места маленький Саша, когда его привезли в Захарово в бабушкину усадьбу. Традиционно в день рождения поэта каждый уголок парка наполняется духом тех времен. Сегодня уникальный день. Сегодня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина мы празднуем сразу две даты. Это Всероссийский Пушкинский день и Международный день русского языка. Обе эти даты неразрывно связаны между друг другом, потому что именно Пушкин определил развитие художественного русского языка и вхождение его в состав международного культурного наследия. Здесь зародился пушкинский гений. Эти места навсегда остались в сердце поэта. Сюда он возвращался в самые сложные периоды своей жизни. Пушкин в 1830 году, как бы прощаясь со своим детством, он опять сюда приезжает. И мы, наверное, вспоминаем наших родителей, когда на закате своей жизни они всегда хотят посетить эти места, тот город, ту деревню, где они родились. Но, наверное, чувствуя близкую гибель, Александр Сергеевич Пушкин тоже приезжает сюда, в Захарово. Не в Москву, а в Захарово, именно в Захарово. Уже в первый год после приезда сюда дворянский уволень и рохля превратился в бойкого шалуна и непоседу. Забота бабушки и мамы, сказки любимой няни, игры с крестьянскими детьми и, конечно, красота природы посеяли в душе будущего поэта любовь к русскому языку и культуре. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Сегодня здесь Захарова все именно так, как любил поэт. Русские народные забавы, хороводы, песни, развлечения, угощения и костюмы. Мир глазами маленького Пушкина. Организаторы праздника на знаменитой Захаровской поляне постарались воссоздать его максимально точно. Расплетение кос и плач невесты, шествие жениха, выкуп, благословение молодых и свадебный хоровод. Участниками обряда стали все гости праздника. Театрализованный эпизод деревенской жизни на народной сцене представили фольклорные коллективы и ансамбли округа. Мы постарались создать не только атмосферу того времени, но и в то же время создать такой тонкий вкус культурный для того, чтобы показать. И театр у нас присутствует, и Московская филармония, и театр Натальи Сац, и, в общем-то, государственный наш театр Садко, и наши оркестры. То есть дух сегодняшнего мероприятия – это такой тонкий-тонкий культурный дух. Для интеллектуалов – литературный парк, книга под открытым небом. Для чтения и просмотра фильмов – на свежем воздухе. Мастер-классы по изобразительному искусству, плетению венков, декору. Куда же без знаменитых пушкинских сказок? Мы делаем сувениры по сказкам Пушкина. Брошку «Кораблик», брошку «Золотой петушок» и брошку «Чудо-рыбка». Вот. Чего делаете? Делаем из фетра цветных лент и украшаем поэтками. Я рисую царю Султану, который сидит на троне, и ему все подчиняются. Дают ему золото, еду. На поляне сказок активности для детей на любой возраст и вкус. Битва мешками, метание сапога, перетягивание каната. Игры и забавы, которым так любил предаваться с крестьянскими ребятишками маленький Саша, увлекли не только детей. Объясните, что нам нужно сделать? Мы сейчас встаем на бревно, у нас три подхода. За эти три подхода вам надо не коснуться земли ногой. Так, ну что ж, подержите? Давайте. Молодецкие забавы и строгое дворянское воспитание, бунтарский дух и романтичная застенчивость, русский фольклор и неповторимый и литературный слог. Все это воплотилось в стихах Александра Пушкина, которые знают все, от мала до велика. Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Ну пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я к вам пишу. Чего же болит?
Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут ваши имена. В день рождения поэта любимые строки звучат повсюду. На поляне, у памятника Пушкину и с большой сцены. Их читают гости праздника и известные актеры. День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Мог ли Александр Сергеевич предвидеть, что его поэзия станет вечной? Ежегодный традиционный праздник в Захарово, посвященный дню рождения поэта, главное культурное событие для всех, кто ценит родную культуру. Мне хочется всех наших жителей поздравить с днем рождения. Это праздник, который у нас празднуется на территории, и мы всегда говорим, у нас сегодня день рождения. Помимо собственных дней рождения, есть еще единый праздник, который всех объединяет. Тысячи жителей и гостей ежегодно посещают пушкинский праздник в Одинцовском округе. В этом году он отмечается уже в 45-й раз. Мы должны удивлять. Пушкинские праздники смотрят на то, что традиция – это уже современная история. Как писать абсолютно традиционный праздник, но современные реалии и требования уже более требовательной, более изыскательной публики нужно удивлять. Активности на любой вкус, фотозоны и широкая ярмарка с авторскими изделиями и угощением. Бесконечные переливы народной и классической музыки, песни и поэзии. Удивить удалось, говорят гости. Очень много мероприятий, сувениров можно купить и плотно покушать, разного меда и концерт, хорошие артисты. Вот почаще бы таких праздников. Мне нравится атмосфера, много людей пришло, много увлечений. Спасибо. Ну и красиво поют. В каждой площадке, наверное, есть что-то, вот, что посмотреть. Свою, да, изюминка какая-то. Очень много, на разный вкус абсолютно. Есть и классика, есть и народные, да, вещи. И стихи, вот, ну, кто что, квест, в общем-то, любит. Квест с детьми, да. Нам очень нравится здесь, не хотим уходить. Спасибо организаторам, кто организовал такой праздник. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».